Коронавирус, конечно, повлиял очень сильно на нашу жизнь, на жизнь всех людей на планете. Не только в том смысле, что некоторые заболели или их близкие болели, но из-за пандемии, из-за ограничений, которые были введены для того, чтобы ограничить распространение этого вируса, было определенное влияние, в том числе на экономику и на то, как работал бизнес. На какие планы 2020 года повлияла ситуация с коронавирусом? Ну, безусловно, повлияло. Оно повлияло на весь мир. Мы не исключение, мы не в вакууме, да? Изменилась мобильность. Невозможно было выехать из страны, въехать в страну. А если ты выйдешь, то 2 недели карантина или въедешь. То есть надо командировку поехать на день и сидеть 2 недели в карантине, к примеру. Это выключилось процессов, это тратить деньги еще дополнительно, да? Поэтому, естественно, на многие процессы это повлияло, да? Но то, что не было связано там с командировками, с поставками материалов из других стран, потому что в ряде стран остановились целое производство, целые отрасли. Как мы можем, допустим, делать прокат, и который заказан и оплачен, если завод на карантине, и там никто не работает. Не работают 2 месяца. А потом надо запустить это производство, чтобы в первый день, чтобы он так по щелчку заработал? Нет, конечно, да? Поэтому то, что было связано с поставками, с заказами из-за рубежа, так, в том числе с командировками, то, конечно, это, ну, замедлилось, это двинулось. Не остановилось, нет. Все равно мы находили пути, как это делать. Либо ехали в командировку, не возвращались, допустим, и работали там, да, чтобы не быть, ну, карантин, ну, совместить с работой, да, к примеру. А то, что не было связано, проектные работы, конструкторские работы, там, дизайнерские работы, изготовление вот того, что мы новые линии строим, там же много тоже деталей, узлов, элементов, оборудования, которые мы сами изготавливаем. Мы на карантине уходили. Да? И если тем более это оборудование можно сделать из тех материалов, которые уже закуплены, либо которые есть в Беларуси, то мы это все делаем. Поэтому там, в этом плане коронавирус, пандемия не помешала. Так? Но в целом, естественно, в целом работа замедлилась. В целом эффективность, естественно, снизилась работы, и поэтому мы нужны были, как бы, как это сказать, ну, стали сокращать немного штат, ну, стали оптимизировать вот эти процессы все, проектно-конструкторские, поэтому сократили штат где-то на 100 человек примерно. Откорректировали заработные платы, потому что, ну, эффективность работы снизилась, поэтому, естественно, надо платить за эту работу меньше, да, поэтому на какой-то период времени снизили зарплаты, да, чтобы, потому что это кризисная ситуация, если мы будем такие же затраты нести, то просто мы станем банкротами, у нас деньги кончатся, да. Поэтому, естественно, мы сделали эту оптимизацию, ряд сотрудников сам ушел, ну, ради бога, это не все могут пережить трудные времена, да. И в целом мы вышли из этой ситуации как бы обновленной командой, более здоровой, более сильной, более профессиональной. И можем опять же за меньшие деньги делать больше и качественно делать. Потому что остались только сильные и только, ну, костяк, так скажем. Ну, тем не менее, большой, это не одна сотня инженеров, ну, где-то костяк это, ну, наверное, 500 так инженеров. Это костяк, естественно, он сохранен у меня. Потом в целом все нормально. Хорошо. В продолжении этой темы, какая стратегия дальнейшего развития компании в связи с ограничениями, которые все еще присутствуют? Какие вы видите возможные варианты развития компании в целом? Кстати, вот пандемия показала мою правоту, когда я еще давно сориентировался на подвижный состав маловместимости. Потому что я понимал, я же инженер путей сообщения, я понимаю школу логистика, и понимаю, как обеспечить производительность. Потому что многие путают вместимость транспортного средства, производительность системы. Они не связаны между собой. Да? Если я сделаю систему, где будет вместимость один пассажир, и вот пассажир будет отправляться модулем отдельными каждую секунду, а это можно сделать, и мы знаем, как это сделать, то мы в час можем отправить 3600 пассажиров. А за сутки, ну, почти 100 тысяч. А в другую сторону тоже столько же. Да нет ни одной железной дороги, которая столько пассажиров возит. Так это все можно сделать одноместными модулями. Да?
Ну, одноместный модуль, это образно, двух, трех, пяти, десятиместный. То есть не надо 500 человек, тысячи, как сейчас там. Ой, давайте мы самолет сделаем на 1000 человек. Чтобы как уже бабахнул их, чтобы сразу 1000 человек погибло, да? Типа так дешевле, эффективно. Да нет, это не эффективно на самом деле. И в нашем транспорте это четко видно, да? Поэтому мы оптимально делаем вместимости, так, ну, как бы машины семейного типа. Кстати, не все знают, почему, допустим, автомобильный транспорт победил железнодорожный транспорт. Там было два фактора главных. От двери до двери транспорт может добраться, потому что он небольшой. Если поезд будет подъезжать там километровый к каждой двери, к одному дому, то я не представляю, что будет с городами, да? То есть транспорт должен быть маленький, чтобы подъехать от двери до двери, да? И второй, что транспортное средство, оно недорогое, может купить семья или даже один человек, да? Поэтому в этой же логике мы строим мисковые, так, чтобы он, трассы прошли от двери до двери, так поэтому должны быть легкие, они дешевые, да? Легко вписываться в города и так далее. И транспортные средства должны быть небольшими, в том числе, может быть, семейного типа. Когда это сейчас, конечно, нет смысла покупать юнибус на семью, потому что нет дорог, да? Так и не было дорог в 18 веке, поэтому, наверное, и машин не было. Там и в 19 веке. Потому что где они будут ездить? Дорог-то нет. Верхом скакали. Да, поэтому, на самом деле, автомобильный транспорт – это не автомобиль, главное-то. Автомобильная дорога. Автомобиль – это консервный банк, который может по дороге доехать из точки А в точку Б. Дорога важнее, а мы-то строим дороги в первую очередь, да? В том числе подвижной состав. Да? Вот в этой логике показал, вот это, ну, пандемия показала, что где через дороги? Нет сообщения железнодорожного между Россией и Беларусью. Нет авиасообщения. А автомобили как ездили, так и ездят. Автобусы как ходили, так и ходят, да? В том числе потому, что они мало вместимость. Да? И поэтому был выбор правильно сделан, и вот как раз пандемия это укрепила, этот правильность выбора, да? И мы именно ориентируемся вот, вот на это, и спасибо коронавирусу, что он нам в этом помог. Да. Хорошо. Я думаю, что это отвечает на те запросы, которые мы обобщили таким вопросом. Star Club. Возможности безграничны.